Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал о вязании Заяру. Сегодня у меня 6 февраля 2022 года. Вот и подошло время подвести итоги за эту неделю в совместном проекте «Ликвидация 3» с Анной Полозняк из Галины Good Knitting. На этой неделе Анна давала нам задание, оно звучит следующим образом. Добрые дела, то есть нам нужно было вязать из различные пряжи, то есть для благотворительности. Это могут быть как общество инвалидов, так и для новорожденных деток недоношенных, либо это для онкобольных деток. То есть было много предложений по этому поводу. Что связала я? Я изначально планировала вязать для деток маленьких игрушку, но мне не хватило пряжи, и я оставила эту идею. То есть у меня 100% хлопка, пряжа есть, но она либо не подходит по толщине, либо мне мало ниточек. Вот. Так что это идет в распуск, это не подходит. Потом я решила все-таки связать кардиган детский. Смиксовала я две пряжи, и мне тоже не понравилось, что получилось. Пряжа первая называется «Картопу пунта» в 100 граммах 290 метров, и цвет называется 2093 колор. И вторая пряжа — это Ализе Ангора Gold Simli. Цвет на камеру передается верно, этикетка у меня, к сожалению, нет. Мне что не понравилось? Здесь по регланным линиям идут две лицевые, которые перекрещиваются. Мне не понравился цвет, он такой грязно-розовый. На камеру может не так сильно это заметно, а вот в реальной жизни мне не понравился цвет, и я решила это даже не пробовать вязать. То есть я хочу связать и отнести данный кардиганчик в церковь. Вторая попытка была из пряжи Ализе Baby Flower в 100 граммах 210 метров, номер цвета 5385. Вот все, что у меня связалось. Стартанула, конечно, я очень поздно, только вчера, в субботу. И вот сколько я провязала. Вот здесь вот розовая пряжа, это вот это, картопу. Платочная вязка у меня идет, это мое художество. Ребенок рисовал, сказал: мама, пускай все посмотрят. И идут вот такие регланные линии. То есть прибавки я делаю за одну петелечку. То есть средняя лицевая петля регланной линии. Я вывязываю одну лицевую, потом накид и одну лицевую. По изнаночной стороне я вяжу точно так же, то есть изнаночными петельками. А по лицевой нахожу среднюю и из нее вывязываю одну лицевую, накид и одну лицевую. И вот так у меня выглядит регланная линия. Я еще хочу связать сейчас азиатский росток, затем продолжить пряжей розового цвета. Может быть, я либо платочной вязкой буду вязать, либо буду вязать все-таки лицевой гладью. Ну, пока посмотрим, я пока не решила. Так, это то, что касается нашего задания, которое нам дают прекрасные рукоделочки. Так, здесь даже вывязаны, вот видите, петельки для пуговиц. Здесь все предусмотрено. Конечно, расчеты сначала были для одного кардигана, потом расчеты для другого, но все, что у меня получилось. Так, связались у меня носочки, вот они еще до конца не доделаны, вот и кое-где еще ниточки у меня не спрятаны. Я показывала вам, вот здесь вот у меня стоял маркер, я, к сожалению, его убрала, довязала их. У меня был начат только один носочек, сейчас готовы два. Вес носочков 70 грамм. Ниточки внутри у меня все спрятаны. Вот здесь идет чередование платочной вязки и двух лицевых петелечек. И через каждые 8 рядов, то есть в 9-м, я вывязывала вот такой узор. Пяточка у меня идет сердечком, то есть мы берем количество петель на пяточку, делим на 5, и две части у нас идет на одну сторону пятки, одна часть посерединке, и две части идут на вторую часть пяточки. Вывязан клин подъема и ленточное закрытие. Я закрываю в каждом втором ряду 4 раза, а потом уже закрываю в каждом ряду. То есть лицевая, 2 вместе лицевой, и с другой стороны 2 лицевые и 1 лицевая. Так что вот такие носочки у меня связались. Это первая готовая работа. Вторая готовая работа — у меня связались варежки. Я вам показывала в прошлый раз, что я хотела вывязать листочки, но они мне не понравились. Они находились параллельно друг к другу, а в журнале они находились под наклоном. Я все распустила до резиночки и связала с
самые обычные варежки. Я, наверное, кому-нибудь их подарю, не знаю еще пока кому. Вот так это выглядит. Вес варежек 59 грамм. Это для задания первой недели. Связаны они с пряжи Alize Mohair Classic New в 100 граммах 200 метров. Так что, так, две готовые работы. И еще одна готовая работа, она мне связалась на той неделе, но я не знала, думала, что не надо ее показывать, но во вступительном видео я заявляла этот процесс. Связана вот из такой пряжи мохер, итальянская бобинная пряжа, называется она. Так, здесь написано килт, наверное, вам не видно будет, вот килт, 450 метров в 100 граммах и цвет 889. Цвет на камеру передается верно. Я вам сейчас скажу только состав. 20% мохер, 20% меринос, 15% вискоза, 22% полиамид и 21% полиакрила. Так, изделие завершено, я его показывала, вязальная, вязальная бинго 2022. Так, эту картину тоже берем. То есть мне было связано только перед спинкой, мне необходимо связать было два рукава. Я их завершила, оформила горловину, взвесила. Джемпер данный весит 131 грамм. Извязано было у меня 77 грамм. И в этом совместике я связала 54 грамма. Вот по низу такое закругление укороченными рядами идет. Потом убавки по проймам у меня идут. И обвязка горловины. Самая обычная туника, очень теплая, практичная, удобная. Так, это третий процесс, готовая работа. И на этой неделе все, после больше готовых работ у меня нет. Дальше идут у меня продвижения процесса. Так, первый процесс, который я продвигала из вот такой черной пряжи, я вам тоже ее показывала, это итальянская бобинная пряжа, вот с такими бантиками. Называется она Халиотис. 240 метров в 100 граммах, бумажная основа и ПА. Так, изначально я вязала на металлических спицах, было очень неудобно, и убегали петельки. Вот теперь я одела петельки на вот такие бамбуковые спицы фирмы рукоделия. Ну, где-то же номер 4 есть написано. И вот у меня стоит маркерочек. Вот это у меня связано было до совместного проекта, и вот эти продвижения я связала за эту неделю. Давайте вместе с вами измерим, сколько у меня получилось. Так, провязано у меня 18 сантиметров провязано за эту неделю. Так, это у меня будет свитерок, вяжется по низу у меня вот идет резиночка 1 на 1, пряжа тоже черного цвета, только 100% акрил. И еще вторая работа, которую я продвигала за эту неделю, это юбка. Я вам ее показывала на прошлой неделе. Вот у меня маркерок, это стоит начало ряда, и где-то в этом районе у меня стоял вот этот голубой маркерочек. Я переставила маркерочек, и вот за эту неделю связано совсем немного, так как спицы очень тонкие, 2,5, и процесс продвигается очень долго. Так, провязано у меня 13,5 сантиметров за эту неделю. Так что вот такие у меня работы, вот такие у меня продвижения за эту неделю. Пожалуйста, проходите на каналы других участниц, смотрите, вдохновляйтесь. Я просмотрела несколько видео и вдохновилась так, что мне, наверное, надо будет вязать год и вообще не выпускать руки, спицы из рук. На сегодня все, мои хорошие. Спасибо, что заглянули на мой канал. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся в других роликах.